База торпедных катеров слушает. Тоже видеоблогером стал? А он сидит ему по барабану на всю эту историю, он в телефоне. Вот это у них вид из квартиры, да? Пап, позвони, сколько дом стоит, узнай. Слово у него говорит, это охуевшая ты. Вот это кайф. Вот это глазной оргазм называется. Я люблю Алупку. Сиськи Рио-де-Жанейро, это Ялта. А он вообще действующий? Нельзя, да? Судя, нахерачусь. Полностью. Future Technologies Company – это компания, которая инвестирует в перспективные стартапы, блокчейн, криптовалюту, зарабатывает на спорте без рисков. Ребята, я с ними работаю уже полгода, заработал 497 811 рублей, уже их вывел. Скоро буду выводить новый депозит уже через пару дней, да, вот 26 дней. Прошло вообще 28 дней. У меня два депозита 300, на 300 тысяч, на 197 тысяч. Я заработал, на который 300 тысяч, заработал 104 тысячи сверху. И здесь я заработал практически 70 с лишним тысяч рублей. Так что я скоро их выведу, ребята. Если вы тоже хотите зарабатывать на криптовалюте, на блокчейне, но в этом ничего не понимаете, то FTC вам поможет, ребят. Ссылочка на них в описании. Давайте зарабатывать вместе. Ребята, с Леонидом Александровичем вдвоем сейчас вам песенку споем. Леонид Александрович, хозяин нашего гостевого дома. Ну, своего гостевого дома, мы здесь гости. На меня снимаешь? Да. Привет. И Леонид Александрович сказал, вы уезжаете, говорит, скоро, давайте сделаем прощальный костер в этом тандыре. Купил баранью ногу, виноградная лоза. Будем на виноградной лозе прогревать наш тандыр. Ну, кто помнит, мы уже на даче у меня его прогревали. Мой, сейчас эти вот щечки почернеют. И потом, как они только побелеют, сразу, значит, тандыр готов. Правильно говорю, Александр? Да. А еще какие признаки, кроме того, что они должны побелеть? Ну, потрогать надо температуру боков. Сейчас, кстати, баранью ногу будем это лицевать. Александр, все. Зимой и летом это как бы разные тут режимы. Да? Там быстро, да. Зимой дольше, соответственно. Зимой дольше, да. А, ну таком, конечно, он промерзший. Александр, а зимой какая максимальная температура, ну минус бывает в судаке? Ну, минус 5, минус 3, ну минус 10, может быть, 1-2 дня. Это типа заморозки, да, считаются? Да, это типа морозы. Морозы, да? А так вообще средняя сколько держится? Так, 0, плюс. Серьезно? Я думал, градусов 10-15 плюс. Или это когда это тепло считается? Бывает вообще такое зимой? Плюс 10? Да. Бывает, нет, да? 15 нет, а 10-8. Тут, понимаешь, тут беда ветры. А, ветер с моря дул, да? Нагонял беду, нагонял беду. Это самый юг, да? Море теплый ветер, да. Правильно я говорю, что Судак это самый юг Крыма? Или нет? Ялта южнее. А, Ялта юг. А Судак это получается северо-восток. Это... О, юго-восток. Юго-восток, да. Ну, вот так и разжигаем. И сейчас, заметьте, разжигаем тандыр, а не межнациональную рознь. А у нас-то мы-то топим этими дрова березовые, берешь, как ее, бересту убираешь, без бересты, потому что с бересты деготь идет. И дровишки вот на мелкие, ну, как не на щепочки, но на такие, не сильно крупные. А потом уже крупные кидаешь. Ребят, короче, Леонид Александрович, так как он и старше даже нас всех взятых с папой, он и сейчас там тандыром занимается, и мясо будет рисовать, отправил нас за овощами. Точнее всего, мы сами отправились. На рынок. Или мы сейчас что? Или мы сначала в дальний цех за алкоголем? Мы сначала в дальний цех за алкоголем. Ну, Леонид Александрович-то не пьет покупное, он пьет свое. Я что-то так подсел на коньяк, на крымский. Именно самый вкусный феодосийский, из Феодосии, который коньяк. Сейчас я покажу вам бутылку, потому что коктебель, что-то мне не зашел. А вот этот феодосийский, он прямо шоколадочкой дает. Еще вкус. Сейчас туда, где у нас алкомаркет? А, пошли вон тот дальний хороший. Нет, здесь без алка. Пошли туда. Я тебе говорю, вот поверь мне. Вот, хороший, вот, здесь и алка, и без алка. Пошли туда. Вот он. А что, только четверка, что ли? А где пятерка? Скажи, пожалуйста, вот такое есть пятерка? Это не он. Ну, есть же такая купюрка. Другая. Чей это, подожди? Феодосия. Феодосия. Нет, это Симферополь, а этот? Изготовитель Коктебель. Но. А это вот это Симферополь хороший. Вот таких двое давай. Вот их две, вот симферопольских две давай. Он еще вкуснее. Он еще вкуснее, чем другой. Он прям шоколадки отдает, прям вообще класс. Так, два. Ну, на кассу можно составлять, мы сейчас еще что-то выберем. Сам сюда мы так уйдем. А есть Союз Виктан водка? Есть, да. Она вот с этой стороны, пап, иди. Уже две бери. Чтобы два раза не бегать. Ты что? Носить хочешь? А-а-а. Лифта-то нет. Пап, купи водки, пап, купи водки, пап, купи. Нет, водки. Только коньяк. Ну купи водки. Это так, раньше это, купи мороженку, а сейчас купи водки. Сына, нету денег. Слышь, ты не в тот отсек залез. Только на мороженку. Пришли с папой вот как раз на рынок, ну, купили крепкого, все, вина. И я, вот, ребята продают домашние помидоры, посмотрите. Папа говорит, нет бычье сердце. Вот сейчас взяли домашние, и папа все равно берет бычье сердце. Папа же у меня настырный, он берет бычье сердце. И вот мы сейчас будем, ребят, дегустировать. Один помидор домашний и один
Один бичье сердце. Сейчас продегустируем, какой вкуснее. Ну, ребят, пришел еще к нам Костя. Костя, привет. Костя будет свое блюдо. В общем, они разделили. Ирина Александрович готовит баранью ногу, а Костя готовит баранью корейку. Пошли, я тут, блин, Костя. Корейка. Это не это. Не каре. А, каре есть, да? Каре, да. Корейка. Каре ягненка. Каре — это ребрышки, да? Спинная часть. А, понятно. Ну, то там же от тоже. От спины к ребрам, да. Ну, от спины к ребрам. То есть, она, сами кусочки мяса, они на ребрышки висят. Да, да, да. Ирина Александрович, где покупали баранину? Татар крымских. Ну, на рынке, на центральном или где? На лавка. В татарском квартале, там настоящие баранья. Они сами разводят, сами, да? Сами для себя продают. Вон, здорово. Собачих, здорово. Это мы отрубили для чего, чтобы она вошла туда, да? Ну, конечно, да, она лишняя. Так и так она бы не входила. Мы же специальные дали. Мед, видал? Горчица. Да, я же посмотрел, там мед, горчица, розмарин. Соус. А вот это что я не понял. Розмарин. Александр, рассказывай, что в соусе. Маринад, соевый соус, обмазка. А, соевый соус будем шприцевать? Да, обмазки обмазывают. Что в обмазке? Обмазки, горчица, мед и розмарин. Ага. Мясо моем, не моем? Не-не, я все уже сделал, и лишнее пообрезал. Только... Ну, не мыли, мыть не надо, не обязательно. Термообработка сама все сделает, да? Всю бутылку надо будет зашпицать? Да нет, зачем? Вот это в одном шприце хватит? 12,5 мл, да? 100 мг почти. 100 мг. Соус густой прям такой, внутримышечный. Угу, мельдоний. Этот баран побежит. С барана Усейн Болта обгонит с одной ногой. Опять начинается с одной ногой. И чтобы ноги твои здесь больше не было. С другой стороны, да, теперь? Да, не могу. Те же самые 100 мл, да? А соевый соус для чего? Для вкуса или для чего? Ну, как маринад. Чтобы не солить, ничего нет. Теперь обмазка, да, пошла? От ее надо что-то подержать. Костя, держи. Ты посильнее будешь. Ты повыше будешь, поздоровее. Ну, видишь, как потемнело сразу. Да. Была розовая. Интересно, обмазка сейчас будет или потом? Да-да-да, он же сказал, подержи. Она не сгорит сразу? Мед карамелизируется, нет? Мгновенно. Мы все увидим. Лишнее стираем. Соусные кровоподтеки. Так. Ну, смотрите, что у нас происходит. У нас обмазка, нашпигали шприцом. Час, да? На час ее запускаем. Так, закрыли поддувало, ребят. Там у нас, вон уже все, жар есть. Крышку убираем. Продеваем сейчас шампур в колечко. Все, наша нога. Ага. Прям на шампур, что ли? А, без крюка. Просто на шампур. Во, красотенюшка. Ну все, баранья нога пошла в тандыр. Пойдем жарить пистолетики. Ребята, будет шедевр, как говорит ОМОН из СБ. ОМОН, кстати, тебе привет. Я знаю, ты смотришь мой инстаграм и ютуб. У меня уже угли готовы. Ну? Кореечка буквально 10 минут. Вот, ребята, смотрите, здесь у нас происходит здесь овощной цех. Я хочу сравнить. Вот это, смотри, вот это бычье сердце, а вот это вот домашний. Вот его тоже, у меня отрежь, пожалуйста, сейчас кусочек одного и второго. Я хочу сравнить, какой вкуснее. Папа просто так говорит, бычье сердце вкуснее, чем эти домашние. Да. Вот Костя тоже отрежь, друг. Вот домашний, что, вот бычье сердце. Идет. Да. Пробуем. Не, бычье сердце одном, турнир. Домашнего ярче. Ну, пробуй. Домашний ярче? Пробуй. Не говори, где какой. Первый такой кисленький, травянистый. По-моему, практически одинаковый. Мне первый больше понравился. Первый бычье сердце, второй домашний. Но они практически одинаковые. Мне этот домашний по, ну, больше ярче вкуснее. Ребят, дальше у нас, смотрите, что дальше идет. Дальше Костя разжег. Не знаю, что это, русская печь или как это назвать? Уличная русская печь. Угли готовы. Так, что мы дальше делаем? Опять ногами топтать что-то будешь. Просто Костя топтал здесь давеча эти вишню с черешней для браги. Мама, включай музыку Андреана Челентано. Андреана Челентано. Все порезано, да? Все порублено? Да, все порезано. Покажи корешечку. Одну корешечку покажи. Надо подрезать. Такие вот такая корешечка. Сереге Данилову привет. Он такие любит готовить. Сейчас мы их на шампур и туда. А ты не будешь ничего их никак не мариновать? Нет, зачем? Это же мясо. Потом в конце немножко посолим по вкусу. Кому сколько надо. А нахуй туда я снимаю. Я думал, тут какой-то супер маринад будет, блин. Все, ребят, тандыр чуть подостыл. Ирина Александрович его как самовар накрыл. Сверху железку это вытащили, угли все через поддувало вытащили. Слышите, как шкварчит? Ой, как шкварчит мяско-то. Обожремся сегодня мясо. Ребят, срочно нужны деньги, но не у кого перехватиться. Так вот, ссылочки в описании. Там займы, лучшие проценты, ребят, самые маленькие проценты. И большой процент одобрения этих займов. Там можете брать там от 1000 до 80 000. В зависимости, там 4 ссылки. Переходите, пробуйте, подавайте во все заявки, ребят. Очень быстрая подача заявок, так что нужны деньги. Ссылочки в описании, обращайтесь, перехватывайте там. Ребята, как гуляет современная молодежь. Вышли вдвоем погулять и сидят оба. Мангал-то с электричеством, со светом. Слушай, ну мангал вообще, да, шикарный.
Да. Уже как печь можно просто такой этот горшочек не вари ставить, да? 3 минутки с одной стороны, 3 с другой, и там дальше уже посмотрим. Это будет medium, ну, medium well? Максимум, нет, будет well done, все, крови никакой не будет, потому что это все-таки баранина, а не говядина. Ну, все должно быть сочное. Ну, максимум 10 минут такое мясо. Ну, пойдем бахнем, да? Да. А бахаем мы, ребят, сегодня что? Полковничий коньяк опять. Почему полковничий? Потому что он хоть и 5 звезд, но все-таки я... Я такой коньяк, 5. Пятерочка, 5 лет. Ой, полковничий коньячок мой любимый. Слушайте, а кто полковник у нас? Слушайте, а вот этому человеку вообще компания не нужна. Он разговаривает с камерой, смеется, да. Выпивает с ними там что-то. Феодосия, ребят, феодосинский. Феодосинский коньячок. Никогда не пей с Феодосием. Мама, Феодосия... Это богом данное переводится с греческого языка. Сыночек, ты нюхал там, чем пахнет? Шоколадкой. Анекдот тебе рассказать, который мама рассказала, который сейчас не расскажет, потому что она постесняется. Девушка в туалет захотела и в подвал заходит, в подъезд. В подвале сидит, и раз кто-то ее рукой, так раз по жопе сзади. Она, короче, как дриснула из подвала. И такая выбегает, понимаешь, что сумку там забыла. К полицейскому подходит, говорит, товарищ полицейский, там, говорит, я вот сейчас, говорит, ну, зашла посикать, говорит, сижу, говорит, и меня, говорит, кто-то за задницу, я, говорит, испугала, сумочку оставила. Он говорит, ну пойдемте искать, а там темно. И так полицейский такой заходит, такой. Ну, девушка, что ж вы обманываете, что вы посикать зашли? Эх, гражданочка. Вы же сказали, что только посикать. Ну, давай. Мы по полковничьи, давай. Камушки-ракушки. Слышал звук? Слышал у них? И у нас. И у нас, давай с тобой тут. Чтобы это подчиненные не слышали. Ну ты вот как оценил этот вот крымский 5 звезд в Феодосии? Да нет, здесь в принципе все коньяки неплохие. То есть вот там в районе 500 рублей, вот я тоже покупаю, там периодически пью. 0,5? Ну это не 5 звезд. Это трешка, четверка. Это какие ты покупаешь? 520-540 рублей. Ну не до 500 же рублей. Вот эти вот так как... Ну не до 500 же рублей. 495 вот я покупал звездочные. А я тут взял вот на днях на выезде Коктебель 5 звезд. Такое говно, пацаны. И стоит косарь чем-то по сравнению с этим. Такое говно. Ну давай, тестоника. Дегустника. Мягкий напиток. Шоколадка есть? Конечные ноты все есть. Шоколадка есть? Технология вот страны. Шоколадка вообще есть немножко, не так, что прям бах. Не, вообще же коньяк пьют. Лимончик, шоколадочка. Ну, это у вас какие-то овощи. Мы пьем по полковничьи. Мы полковники. И что вы делаете? Нам просто еще идти сейчас командовать. Командовать дивизией. Дивизионом. Какой стати вы полковники? Ну они сами там налепили себе что-то. Вот мама у тебя сержант. Вот. Почему сержант сидит с полковником за столом? А я медсестра из госпиталя. Медсестра, понятно, это я ее пригласил. Спасибо. Я ее на работу устроил. Вывез крыл меня. Ну, я с официанткой. Она официанткой работала в летней кафешке. Вот мы познакомились, опьяненький пришел. Нет, она вообще буфетчица просит меня устроиться. Вот, с чипок. Что за чипок? Иди ты сам в чипок свой. Почему я должна в чипок? Меня могут водителем взять. Вы водилы? А вы меня в чипок в какой-то. Вот понимаешь, лишь бы в чипок загнать. Ладно, будешь меня водилой. Только жене моей ничего не рассказывай. Вы женаты? Да. Боже мой. А на ком? На ком? Страшно сказать. Слушайте, а вот вы вообще... А это жена полковника, страшно сказать. Нет, а вы расскажите. Она, если узнает, она убьет нас обоих. Вы женаты, вот она за что вас вообще полюбила? Отставить такие вопросы задавать. Я что, пугалась? Полковнику. А чего папаху-то не взял? Папаха спит пьяный в номере. Ты лук-то попробовала, мам? Тань, можно я лук съем? Перед тем, как есть черемшу или лук, я всегда спрашиваю Таню. Я тебе что расскажу. Я здесь купила на рынке вот такой лук. Угу, красный. И думаю, сейчас сделаю такой салат ядреный, с лучком, как мы привыкли, чтобы, знаешь, чтобы елось, пахлось все. И моглось. Ну, а самое интересное, что он сладкий, и он вообще даже не пахнет. Короче, ребят, у нас просто договорено станет, когда мы едим лук, мы едим его всей семьей. Вот когда мы едим черемшу, он не такой мы едим... Ну, то есть мы должны есть всей семьей. Дегустация. Чтобы не пахло от кого-то одного, чтобы пахло от всех, конечно. Чтобы не было никакого. На вкус. Ну, черемшу тоже. Вот ты сможешь обычный лук просто взять и откусить? Нет. А этот... Слушайте, он вообще вкусный. Он сладкий. Кстати говоря, в этом году... Ну-ка, отдохни. Мы с отцом пахнет. Ни разу не ели черемшу сибирскую. Да? Ситуация следующая. У Вадика еще была колдина. Меня Анатолий Петрович Быков приглашает на встречу. Поехали? Они говорят, мы тоже поедем. Поехали все втроем. И ты всех тащишь с тобой сюда? Конечно. Я говорю, поехали-те, может быть, ну, придется. Что-то получится. Поехали-те. Поехали, говорю, получится всем троим прорваться. Пошлите и поехали. Вадик у меня как, типа, этот, вторым по списку идет в депутаты горсовета. Михалыч отказался. Я говорю, поехали съездим. Садимся в машину к Вадику. Михалыч отрыгнул, как черемшой звонил. Говорю, Михалыч, ты что, мы же на встречу к Петровичу едем, к Анатолию Петровичу Быкову. Вы знаете, говорит, я шел, говорит, по ДК Первого мая, говорит, и говорит, бабушка черемшой торговала, говорит, я не выдержал, говорит, пучок взял, говорит, сожрал, говорит. А почему не пустили? Короче, на деловую встречу он с черемшей нахуярился.
Из-за этого или по другой причине? Да ну почему? Ну просто сказали, что Дмитрий, вы один, заходите. А ваших прихлебаев оставьте на улице. С черемушой. Ёжик, ребята, ёжик. Ни головы, ни ножек. Он убежал, он обещал вернуться. Ёжик, смотрите, ёжик, ёжик. Ну возьми, я боюсь. Я брезгую. Он боится. Ваня же на руки его брал. Сейчас тебя укусит нахуй, потом будем тебе прививку от беженства ставить. Вон, смотри, он ощетинился, блядь. Почему подниз ты говоришь, блядь? Ну, блядь, может, он сейчас ощетинится. Он вообще укусить тебя может. Ёжик, лошадка! Ёжик, лошадка! Псих. Бери, что ты не берешь. А я тут представлял, что ёжики у него сверху на иголках грибочки, яблочки наколоты. Домой несет. Бери его под низ. Все, да, бери, брать. Не ссы. Ага. Иди, там Костя не боится, кстати, их брать. Он говорит, что Костя! Дети их трогали. А, Костя! Ну иди, возьми его, мы боимся. Как его брать вообще, чтобы никого... Слушай, он как крысеныш. Надо брать за спинку, вот так вот. Под низ, да? За животик, наоборот. Не боишься? Кто тут его боится? Ну, я думаю, вдруг он укусит. Все, все. Он все, смотри, какой хороший. Ну, давай сюда, на свет несите, чего? Ну, ты просто, подожди, я тебя просто возьму. Я тебе ничего не сделаю, я тебе ничего не сделаю, не бойся. Не надо, он дикий боится. Дикий еж, ребят. То есть, не домашний никакой, просто бежал по улице. Мисс, сфотай меня, пожалуйста. Пойди, пойди. Ой-ой-ой, сверху как она закарамелизировалась. Как мы будем внутрь проверять? Сейчас шпажку принесет. Вот уже я здесь. А, шпажка. Так давай. Ой, ну прекрасно запхалась. Да, давай это сам еще. Вот она. Держи. Вот она. Держишь? Это чья нога? Того, кого надо нога? Это нога того, кого надо нога. Так, у вас там что получается? Давай сразу снимать. Оно равномерно все посолится, уверен? Это перец, мне кажется. Ну ты сам посоли смотри. Ее. Так нахуй ты по три-то берешь, блядь. Ну брал его по одному, Костя, блядь. Нахуй ты по три берешь импурата. Скажи, пожалуйста. Тебя посоли, как я их сниму, если они, блядь, у тебя стоят все. Что ты орешь? Они у тебя стоят все в этом, блядь. В этой раковине. Снимать. Как я их сниму-то, блядь? Вот красное мясо, ребят, вино. Кокур или. Нет, каберне. Ой, каберне мы любим, ваше вообще очень вкусно. Вот у нас традиция есть. Мы сейчас вас познакомим с ней. Те, кто отдыхают больше двух недель. Как вот вы, да? Мы всегда их как бы вот так ну, провожаем застольем там или чаепитием там или еще что-нибудь такое. Вот. И обязательно дарим вот такие сувениры. Каждой семьи для мужчин вот такие чашки. О, серьезно. А каждой женщине вот это вот варенье наших крымских. Ой, как приятно. Ягод. Вообще спасибо большое. А что за ягоды? Инжир. Наш инжир, который у нас растет. Мы думали, вы будете нас просто говорить, быстрее бы уехали. Эти шилы вы закрыли. Хорошо, что хоть на два дня отсюда, на три дня свалили, на две ночи. Тишина в отеле. Ну, давайте. До знакомства, до ваш отдых. Давайте. Вот, на то, чтобы, спасибо. Может быть, не последний раз. Спасибо. Конечно, нет. Нам, мы сейчас же попутешествовали по всему Крыму, и нам понравилось Судак, Севастополь. Балаклава или Балакла... Ленёвка, нет, да? Ну как, в смысле Балаклава? Нет, говорю, где жить можно? Где жить можно, это Судак и Севастополь. Я иногда то езжу на рыбалку и завидую моим друзьям, которые там живут. Все-таки это город, понимаете? Да, это город, это большой город, нормальный город. Даже Симферополь даже меньше гораздо, чем Севастополь. Ну ладно, давайте. За еще раз. Да. Тот. Спасибо. Всего самого доброго. Ну, побывали мы сегодня на пляжах Ялты. Это ужас вообще. Мы пробуем корейку. Я его взял. Посоли нормально. Солил вообще чуть-чуть. Вань. Мне нравится. Немножко меня подсушили, конечно. Угу. Под пиво такой вяленый получился. Как приятно. Вот мы с тобой всегда пиздим зонтики, а здесь просто не нам пиздим, дарят. Не пиздим, а просим. Выпрашиваем. А, выпрашиваем. Капец, бабушка Ира пришла. О, баба Ира пришла, здрасте. Блин, надо, у меня все есть. Представляешь, кружки. Все, ребят, пришел хозяин ноги. Того, кого надо, ноги. Уже сделаем ее. Неделю назад. Ого. Ну что получилось. Ребята, ну мясо получилось шикарное. У Кости получилось такое, под, знаете, под пивко. Ну, прямо ну, тоже офигенское. Минут 10-15 было бы. Нет, ну не знаю, что такое. Под это, под водочку, чтобы оно раз это, ну и под коньячок, чтобы это, чтобы все там смазалось. Так все у нас это. Есть и коньячок, и пивко. У нас все есть, да. Давайте, мужики. Давайте. Все хорошее. Давайте. Приятно было познакомиться. Взаимно. Великолепный гостевой дом. Великолепный. Ребята, в общем, все, в навигатор били Москва. До свидания, Судак! Видимо, лоб-лоб или что они вернулись. Не знаю, еще про вас не могу ничего. Все, ребята. До свидания, Крым! Люди ведут себя как оккупированные. Видите, здесь прибор стоит, бесплатно можно давление померить. Дай-ка я померю. Вань, покурил? На сайт миротворец, что нас добавили с Танюхой. Ребята, лучше надо было нам, конечно, свернуть на эту федеральную трассу.